Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Не справился с управлением в Хромтау. Водитель легковушки наехал на группу подростков. Пострадали 8 студентов и один ученик нулевого класса. Всех их госпитализировали в больницу. По последней информации, трое из них остаются под присмотром врачей. В полиции сообщили, что за рулем авто находился 20-летний парень, который после инцидента скрылся. Но виновник ДТП, у которого, к слову, отсутствует водительское удостоверение, вскоре был задержан. Возбуждено административное производство. Между тем, не найдя поддержки у местных властей, жители Павлодарской области вынуждены обращаться в департамент агентства по противодействию коррупции. С начала этого года сотрудники ведомства сумели положительно решить больше сотни проблемных вопросов. К примеру, житель поселка Майкаин в Баянаульском районе много лет стоял в очереди на получение квартиры. Семья жила просто в нечеловеческих условиях. После вмешательства антикоррупционщиков их жилищный вопрос решился моментально. Ербол Абишев рассказывает. Жасулан Кабылбеков страдает открытой формой туберкулеза. Перенес операцию. Врачи удалили одно легкое. 9 лет мужчина ждал своей очереди получить квартиру. Но местные власти не торопились помочь больному человеку. Все знают о моей проблеме. Даже аким района в курсе. Я не раз был у него на приеме. И прежних акимов тоже просил помочь. Все обещали дать квартиру. 48-го места в очереди дошел до 5-го, но потом почему-то опять меня сдвинули почти в конец. Все это время семья Жасулана жила в доме 1954 года постройки. Жилое здание обветшало настолько, что уже представляет аварийную опасность. Обивая пороги инстанции, его супруга Шолпан Кенжетаева была вынуждена обратиться в проект «Ертыс Адалдыкаланы». Недавно в Майкаин приехали лекторы проекта «Ертыс Адалдыкаланы». Через 2 дня мне позвонили и сообщили, что мне выделяют жилье. Семья Жасулана Кабылбекова уже получила двухкомнатную квартиру. По словам сотрудников департамента агентства по борьбе с коррупцией, в большинстве подобных случаев скорейшему решению проблемы препятствуют бюрократические проволочки. Поэтому ведомство и старается тесно работать с населением, помогая ускорить их решение. Мы этот вопрос взяли на контроль. Вместе совместно с акиматом мы проработали данный вопрос. И буквально в течение недели жилье было выдано данной семье. Всего с начала года по Павлодарской области к нам проектный офис обратилось 327 граждан по различным вопросам. И 118 из них восстановили свои права. Семья Жасулана Кабылбекова не единственная в Майкаине, которая остро нуждается в замене жилья. 9 лет назад большую часть жителей этой обветшавшей 12-квартирной двухэтажки переселили. Но в полуразваливающемся доме до сих пор живут люди. Говорят, боятся, что когда-нибудь окажутся под развалинами. Однако переехать куда-либо возможностей нет. Вот этот первый подъезд выселили, там, которые люди были, им дали квартиры. Им дали весной квартиры, в 2015 году, да? Нам сказали, осенью получите. И мы до сих пор сидим с этими вещами, с вязанками, с этими упаковками. И ждем, пока какая-то справедливость будет или какое-то решение. Потолок полностью потрескался, пол гниет, в стенах большие щели. В любой момент здесь все рухнет. Что делать, я не знаю. Боюсь ложиться спать. Каждый прожитый день словно какое-то испытание. В местном акимате говорят, сейчас в очереди на жилье в поселке состоят 80 человек. Есть среди них дети-сироты, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Решить все проблемы сразу акимат не в состоянии. На сегодняшний день в коммунальной собственности акимата имеется очень мало жилья, поэтому мы стараемся выделять жилье согласно очередности и социальным категориям, и то по мере появления свободной жилплощади. В 10-тысячном рабочем поселке Майкаин жилье почти не строится. К тому же каждый год его жители опасаются, что градообразующее предприятие откажется подавать тепло. Тогда зиму в аварийных домах люди точно не переживут. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Марат Игриков из Павлодарской области, Хабар 24. Продукцию на 211 миллиардов тенге произвели с начала года аграрии Туркестанской области. Это, к слову, второй показатель в республике. Добиться большой производительности удалось не без помощи государственных субсидий и кредитов, которыми пользуется основная часть крестьянских хозяйств. Рауль Габитов продолжит. Небольшая ферма в селе Карнак принадлежит Бахадыру Хабибову. В прошлом году он получил кредит по программе «Сабага» и купил 100 племенных коров. В день каждая буренка дает по 10-15 литров молока.
Это дойные коровы симментальской породы. Они дают много молока, которое к тому же вкусное. В будущем планирую договориться с крупными молочными цехами и сдавать продукцию им. А эту теплицу построил Абдашим Юлдашев. 10 лет назад комплекс занимал всего несколько соток земли, а сейчас его площадь увеличилась до 1 гектара. Здесь предприниматель выращивает огурцы и томаты. Площадь тепличного комплекса я расширил за счет сельскохозяйственных кредитов, которые я получал 2 раза. В год я собираю 70 тонн помидор и 45 тонн огурцов. Овощи практически сразу скупают местные торговцы. В ближайшие годы планирую увеличить теплицы до 3 гектаров. К слову, всего в Туркестанской области 130 тысяч крестьянских хозяйств. Ежегодно 20% из них получают сельскохозяйственные кредиты. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекулов, Хабар 24, Туркестанская область. Операцию на сердце впервые провели в центральной больнице Казалинского района Кызылординской области. Врачам удалось спасти жизни 10 тяжело больных пациентов при помощи аппарата ангиограф. Этот современный медицинский прибор впервые установлен на уровне районной поликлиники. Оборудование позволяет проводить точную диагностику и лечение таких заболеваний, как инфаркт, тромбоз и разрывы сердечных сосудов. Местные специалисты прошли курсы повышения квалификации в Национальном научном центре хирургии. До конца этого года врачи планируют провести порядка 50 операций по стентированию коронарных артерий. Сын и предполагаемый преемник основателя Аль-Каиды Усама бен Ладена Хамза убит в ходе контртеррористической операции США на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом говорится в заявлении Дональда Трампа, опубликованном Белым домом. Как отмечается в документе, утрата Хамзы бен Ладена не только лишает террористическую организацию фигуры с важными лидерскими навыками, но и подрывает оперативную деятельность этой группировки. Добавлю, Госдепартамент объявил Хамзу одним из главных мировых террористов в 2017 году, когда он призвал радикальные организации к нападению на западные столицы и угрожал местью штатам за убийство отца. Тем временем итальянские власти разрешили 82 мигрантам с неправительственного спасательного судна Ocean Viking высадиться на берег Лампедузы. Однако на острове их оставлять не планируют. По договоренности с Евросоюзом группа беженцев, спасенных в Средиземном море, будет перенаправлена в другие европейские страны. Ocean Viking стал первым за последние 14 месяцев судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии. Добавлю, нелегалы, пытавшиеся попасть в Европу на надувных лодках, были спасены в рамках 2 операций – 9 и 10 сентября у берегов Ливии. А в Саудовской Аравии в 2 раза сократилось производство нефти после того, как 2 крупных гособъекта подверглись атакам беспилотников. По данным Министерства энергетики королевства, добыча черного золота уменьшилась более чем на 5,5 миллионов баррелей в сутки. Напомню, накануне дроны атаковали НПЗ в районах месторождений Абкайк и Хурайс. При этом первый из них является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы хуситы. Демократизация – это постепенный процесс, требующий пошагового развития. Если этот процесс будет идти последовательно, как и задумано, то Казахстану можно только пожелать успехов в этом. Об этом в Брюсселе, комментируя в интервью нашему телеканалу основные положения послания президента страны народу Казахстана, заявил евродепутат от Польши, член делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Владимир Цимашевич. Процесс демократизации страны, конечно, сложный. И опыт тоже моей страны сегодня и других европейских показывает, что иногда делаешь 2 шага вперед, а потом 1 назад. Надо
заботиться диалогом с разными общественными силами, и в том смысле политики общественной, когда говорим про, про образование, когда говорим про культуру, медицинскую систему и так дальше. Президент говорил о всем этом. Он, конечно, подчеркивает ответственность руководящей партии, говорит о развитии многопартийной системы. Это, конечно, важно. Плюрализм, свобода высказывания и какая-то конкуренция между разными организациями, политическими, общественными, всегда это хорошо. Если есть, как иногда говорится, конструктивная критика, это только помогает, а не мешает. Житель Вашингтона Фредерик Старр собирается подарить казахстанскому музею кобыз 18 века. Как этот древний казахский инструмент оказался в другой части света и почему спустя 27 лет его хотят вернуть на родину, расскажет наш собственный корреспондент США Майра Абдрахманова. Старинные банджо из Нового Орлеана, духовые инструменты от легендарного Адольфа Сакса, афганский тамбур, мандолины, барабаны. Такую уникальную коллекцию собрал американский профессор, основатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр. Его уютный дом в центре Вашингтона стал своеобразным музеем шедевров мировой культуры. Здесь можно увидеть произведения известных художников, древние керамические изделия и экспонаты из Казахстана. Это кубиз. Это старинный казахский народный инструмент. А как это попало здесь? Это потому, что уже 27 лет тому назад я путешествовал по юге Казахстана. И недалеко от Шымкента, насколько я помню, я встретил стариком. Очень старый. И он, у него был такой, этот инструмент. И он, очевидно, сильно страдал. Это было очень тяжелое время, как вы хорошо знаете. Тяжело ему. И он решил продать его. И мало туристов тогда, очень мало. Один был... Я, насколько я помню, итальянец, который интересовался, и я слышал. Очевидно мне, что он абсолютно не понял, что это такое, что этот турист. И поэтому я обращался к этому старику и сказал, я буду сохранить этот инструмент в Америке, и в течение времени я буду дать обратно Казахстану. Смотрите, оригинал, да, смычок даже есть. Смычок, между прочим, это было изобретение с Центральной Азии. И оттуда, в Китае, оттуда, на Запад. Свою карьеру профессор Старр начинал в области археологии. Во время учебы в Йельском университете ему предложили поехать в Турцию. В 1962 году он отправился в древний город Гордион, который прославился после похода Александра Македонского, разрубившего легендарный Гордиев узел. С тех пор он начал изучать историю древних персидских путей по Анатолии. Позже он получил степень доктора философии по истории в Принстонском университете. Я путешествовал везде по Центральной Азии и решил создать институт по Центральной Азии. Но у меня другая жизнь в области музыки. Я кларнетист, но собрал это из старинных инструментов американских, которые построены накануне нашей гражданской войны, 160 лет тому назад, и они все участвовали в гражданской войне. Это фортепиано конца 18 века, и именно на таком инструменте этого строителя и так далее Гайден написал окончательное его произведение для фортепиано. Автор десятков книг и сотен публикаций Фредерик Старр внимательно следит за развитием Казахстана и намерен еще не раз посетить регион Центральной Азии. Майра Драхманова, Ренат Садыров, Хабар 24, Вашингтон, США. До минуты все, до встречи, хорошего вам дня.